за наше авиационное содружество, за нашу боевую службу, за всех нас, чтобы нам было хорошо и здорово. Вот это вы. А я потом спать. Давайте, уважаемые дополчане, песня написана в нашем полку в 84-м году. Эта песня называется «Встреча с нейтралами». Сверхдоверием обласкан и приказом предпочтим, подготовлен жестким схваткам и состава кратких сил. На дежурство боевое я с товарищем своим по охране госграницы дело было заступил. Все проверил и подладил, думал, сяду покурю. Самолет окинул взглядом лёка на свежую траву. Тут сирена подвывая дала сразу нам понять, что опять бузят нейтралы, срочно надо их унять. Сидим в кабинах, как на гвоздях, а по эфиру давно крестят. Но никаких среди нас нервозностей, определим свои возможности. В шлемофонах загудело, заорало, крик ва-банк. Эй, во что там? Заморало, задержали черти там. На подходе у законных наших вод шведы рыскают в заторе там, баркас и малый бот. Помогите, хоть прикройте, отгоните желтых пчел, им оказию устройте, пусть узнают, что почем. Истребители пришлите наших красных сизарей, пусть покажут и не взыщите, то слабее, кто сильней. Команда «Воздух», мы на просторе, а кто внизу турбиною завоет. И с перетяжкою, и с перегрузкой второе вновь матерком сквозь зубы перекроет. По затонам слышны стоны. Поиск начат, но по зонам их локаторы стучат, пробивая пары темен траверс, выверив на твердь. По экранам на отметках засекли, подходим стройно, пара их и пара нас. Разошлись со встречным звоном, закачался нас в баркас. Под крылом стрелы барашки с белым ревнем на скаку, накренясь провела с нас у малый пост. Под ангажу мы прорвались, мы на просторе, а кто внизу турбиною забоем. И с перетяжкою, и с перегрузкой второе вновь матерком сквозь зубы перекроет. Что ж, работа есть работа, и многотлан нам домой. Невдомек им, что с балфлотом отрабатывали бой, что изучены повадки у нейтральных стервецов, что бежали без отмазки от отмазанных полосов. На посадке подпевая реактивною струей, истребители вернулись, сохранив покой земной. За высокую готовность и поддержку водных сил каждый летчик экипажа благодарность получил. На виражах мы милости не просим, вокруг хвоста и с перегрузкой 8. И морякам, и гордости балтфлота физкульт привет и маленькому боту. На виражах мы милости не просим, вокруг хвоста и с перегрузкой 8. Как по нейтралам нацам нет причины, так не должно быть для вражеды причины. Как по нейтралам нет у нас кручины, так не должно быть для вражеды причины. Ну немножко со словами, да. Но тем не менее старание было. Нормально. Жаль, что надо.